Привет всем! Очередное наше видео про автотовары с Китая. Удивительные вещи, которых научились создавать китайцы. И стоит покупать на Алиэкспрессе. Итак, смотрим, что китайцы нам предлагают. Ссылки на все товары будут ниже в описании. ОБД-2. Автосчитыватель кодов. AUX кабель адаптер. Беспроводной портативный автомобильный пылесос. Беспроводные наушники с микрофоном для вождения автомобиля. Видеорегистратор автомобиля, камера для парковки, ночное видение и даже есть Wi-Fi. Подъемный пистолет высокого давления. Автомобильная мойка. Воздухоочиститель, ионизатор, автомобильный распылитель. Выдвижной радио, сенсорный экран, автомобильный GPS-навигация. Видео и многое еще. Горячий степлер. Профессиональный ремонтный аппарат для пластмассы.
система контроля давления в шинах. Декоративные лампы для салона автомобиля. Автомобильный аварийный jump-starter и powerbank в одном. Массажная накидка автомобиля и для дома с адаптером. Автомобильные холодильники. Многофункциональный цифровой мультиметр. Автомобильный надувной матрас. Насос автомобильный. Портативный электрический. Окно и зеркало-доводчик для разных автомобилей.